Война, она действительно самая такая, что на всех действует. Людей оставляет или вечно в памяти, или до упаду. Вот и все. Я родом сам с Вешенской. Есть такая станица, и есть такой знаменитый писатель Михаил Александрович Шолохов. Это человек, которого не только знал Сталин, его знали все руководители нашей страны, и все к нему относились действительно по-человечески. Мой дядя был очень близкий друзья с Шолоховым. Ну, потом и мне пришлось с ним общаться. Он был у нас часто, и мы у него были, и на охоту ходили. Он ходил так, у него два катера было, мы с ним ходили трое. У нас два Ивана и была Нюся. Девочка, она с нашего же поселка, одни мы там как друзья были, и мы ему как были загонщиками. Вот он на Дону сядет где-нибудь там в этой в траве, мы ходили ему дудака, это птица, которую мы ему загоняли. Он садится с ружьем, а мы заходим, значит, у нас на голову вешались вот этот же камыш сплетенный на голову, и идем, шуршим и ахаем. И вот эти дудаки вылазят изо всех, из травы, и убегают. Но они не улетают, а уплывают. И все к нему. Одного или двух убьете, он больше не бил. Забирает и уходит. А нам заходит в магазин, накупаете вот такие конфетки. Возник у нас разговор о войне, когда уже было все, уже война полным ходом шла, и немцы очень быстро продвигались на Дон. Они в течение месяца, ну чуть больше там месяца, я не знаю, уже были на Дону. Наши войска им там немножко подвеселили и обратно их откинули. И они пошли потом на Сталинград. Оттуда, уже от Вешенской, три реки надо было переправить обязательно. Это вот Дон, Усть-Медведицкий Хопер, там проходил недалеко, и Волга. И вот эти три огромные, считаю я, реки, они нам очень дорого обошлись. Эвакуировали нас на озеро Эльтон. Это озеро, которое стоит между казахами и России. Когда уже немец отошел от Волгограда, нам дали команду возвращаться. А Сталинград только освободили. И вот новые эти войска с Казахстана шли. И нас забрали к себе. Ну, не поставили на учет, как мы военные. Мы еще пацаны, у нас 15-й год мне был. Так как я на тракторе уже работал, а трактора передали другим, а нам дали машины. Просто зилы приехали в Подмосковье, и наша дивизия обзавелась «Катюшами». И с «Катюшами» я проехал всю войну. Каждый раз могли погибнуть. Почему? Потому что один только залп дали, там весь фронт был уже только на этом участке. И все немецкие, и артиллерии, самолеты, все искали это место, и чтобы бомбить. Каждый залп ее, это было что-то. Наша 42-я гвардейская, она на три фронта успевала. Мы Кенигсберг освободили с «Катюшами», и все. А победу я праздновал уже в Москве. Уже стали готовить нас к параду. Мы, с нами был два командующих. Это был Жуков и Рокоссовский. Первым делом солдаты прошли, пехота прошла, и пошли «Катюши». А потом уже пошли танки там дальше. Когда война закончилась на карбюраторном заводе, я служил, наверное, до самой демобилизации. И дочери, и внуки, и правнуки, и праправнуки даже, четвертое поколение. У меня
семья вот так. Это мое главное и основное. Если их нету, и меня, считай, нету. Я хочу люберчанам сначала пожелать хорошего настроения, чтобы люберчаны были всегда ведущими. Люберецких мастеров надо знать в лицо. Их очень много у нас. Все мои старые друзья, никого не осталось сейчас. Все ушли в другой мир. Дожить до 100 лет. Все. Больше мне ничего не надо. Я верю сам в себе. Я не могу никому завидовать. И не хочу, чтобы мне завидовали. Но я не буду никогда врагом никому. Поэтому у меня все друзья. Уважаемые люберчане, берегите друг друга.